приветствую дорогих подписчиков, а также новых зрителей на своем канале. За кадром Светлана Садыгова. Сегодня мы будем продолжать вязать полосатый комбинезон на мальчика 1,5–2 года. На предыдущем уроке я вам говорила, что вы провязали синие полоски отсюда, 6 полосок. Если считать от этой, от белой, от такой вот, видите, как уголочек, то получается 8 полосок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На двух полосках мы убавление делали, а уже синие полоски у нас было на спицах. Получилось 62 петли. Вот у нас провязали мы еще 6 полосок. Теперь будем вязать. Я вам покажу сейчас, как на попке, на задней части будем мы провязывать штаны. Я провязала одну штанину раньше немножко, чтобы было виднее наглядно. Так, смотрите. Вот, более наглядно будет вам видно. Это у нас передняя часть. А это у нас задняя часть. То есть стороны попки у ребенка сзади. Здесь мы вот довязали до бордовой. Так. А здесь мы будем поднимать немножко, вот сзади оно так будет, как бы со стороны спинки будет поднято немножко, для того, чтобы мы тут не будем оставлять никакой клин. Мы здесь такой вот сделали уголочек. Здесь подняли вверху. И получается, что когда будете девать эти штаны и комбинезон, они очень хорошо будут садиться. Не будет нигде ни подтягивать, ни... ну, будет хорошо на ребенке сидеть. Так, сейчас я вам покажу, как мы будем это вязать. Так, я здесь вот отметила маркером серединку. Точно так мы сейчас сделаем на штанине. Так, вот у нас на спицах 62 петли. Пополам будет 31 петля. Отсчитываем 31 петлю и отмечаем маркером, или что у кого есть. Можно булавкой. Вот я маркером отметила. У нас получилось справа и слева по 31 петли. Итого 62 петли. Это у нас вот центр этой штанины. Так, начинаем вязать. В данном случае у меня синяя пряжа идет. Мы будем вязать, как я вам показывала. Вот. Впереди у нас нету. А вот на стороны спинки, на попке у нас добавляется. Впереди у нас резинка начнется от бордовой полоски. Так. А на со стороны тут вот попки, для того, чтобы получилась как бы вот такая, видите, со стороны вот как попка, мы добавляем еще 2 полоски, белая и синяя. Начинаем вязать синей. Она так и чередуется, белая, бордовая и синяя. Напоминаю, вяжем мы лицевой гладью. То есть на лицевой стороне лицевые петли, на изнаночной изнаночной. Так, провязываем. Сейчас будем вязать, так как мы, смотрите, это вперед. А вот я положила, это у нас идет эта штанина. Это зад, да? Задняя часть. Значит, вот сзади мы будем начинать тоже следующую, тоже вот будет. Тут у нас шов.
будем мы вязать до нашего вот этого маркера, до зеленого. И будем укороченными рядами вязать, поворачивать изделие. Я вам просто это напомню. У меня в уроках есть, мы тоже вязали как-то штанины, и все вы должны знать. Но можно разными способами вязать. Так. Вяжем на лицевой стороне лицевые петли. Так, вот мы довязали этот ряд до маркера зеленого и продолжаем вязать дальше до конца ряда. И второй изнаночный ряд. Синие, темно-синие этой полоски. Провязывайте изнаночными петлями тоже до конца ряда. Так, третий ряд синей полоски мы вяжем до вот этого зеленого маркера, но не довязывая при этом. Вот у нас маркер зеленый здесь. Это у нас 31 петля здесь. Мы не довязывать будем 3 петли. Вот смотрите, маркер середина. Раз, два, три петли не довязывать. Вяжем лицевые петли. Вот мы дошли до маркера. Три петли мы не довязали. Теперь поворачиваем наше изделие. И будем только эту сторону часть вязать. И вяжем на изнаночной стороне таким образом. Снимаете петлю. Вот когда повернули, снимаете петлю с левой спицы на правую. Теперь вот так нитку поворачиваете. Повернули. Еще раз показываю. Мы вот сняли. Вот снимаете, поворачиваете вот так нитку. Получилось с одной как бы две петли, видите, при повороте. И вяжете дальше все до конца изнаночные петли. Это для чего мы сделали? Потом мы будем в конце провязывать одной эти две, как бы при повороте, поворотные петли, одна петля, которая двойную образовала. Будем одной провязывать, для того, чтобы не было дырочек. Так вяжите до конца. Так, вяжем пятый ряд синие наши полоски. Теперь мы будем вязать до лицевой петли, вяжем на лицевой стороне. Так, будете уже до, не довязывая, с учетом вот этой двойной петли, которая при повороте образовалась. Уже тут 3 мы не довязывая, будем не довязывать уже 6 петель. То есть 1, 2, 1, 2, 3 от маркера. Вот двойная у нас шла 4, 5, 6. Вот сюда, если хотите, сразу ставите маркер. Я и так могу видеть, я могу переставить маркер, чтобы вы лучше видели. Или еще один можете поставить маркер. Я этот зеленый не буду снимать, чтобы, и вы можете так сделать, чтобы лучше вам было видеть центр, а то будете ошибаться. А здесь считаете. Одна петля, вторая, третья. Вот у нас двойная. Ее видно. Четвертая. Мы как за одну считаем поворотная, которая была. 5 и 6. Мы сюда маркер ставим. И мы теперь будем вязать уже до этого маркера. Этот будем маркер передвигать, чтобы вы видели, а этот центр так останется.
Вяжем до розового маркера. Вот мы довязали до розового маркера, где у нас от центра это 6 петель получилось. Опять поворачиваете. Повернули. Точно так, как я вам говорила. Берете, снимаете с левой на правую спицу, поворачиваете ее вот таким образом и вяжете изнаночные петли. Получается с одной петли 2, которая потом будет провязываться одной петлей. Вот мы провязали с вами 6 рядов синей нашей полоски. Теперь вводим мы белую. Она идет по рисунку у нас. Белую нить. Так, я вот привязала просто. Теперь мы будем вязать. Белой ниткой, но уже этот маркер будете передвигать все время на 3 петли. То есть вот мы повернули, у нас получилась двойная вот петля. Мы теперь этот маркер еще отсчитываем 3 петли. Двойная считается за одну при повороте, которая была. Раз, два, три. И этот маркер мы будем переносить уже вот сюда. То есть у вас уже от зеленого маркера, от середины, будет 9 петель с учетом двойных петель, которые были поворотные. Так, раз, два, три. И там 6 было. Итого 9. Вот мы его передвинули. Так, вот всего у нас получилось. Отсюда 9 петель.